А во французских Альпах на горнолыжном курорте сошла лавина. По данным экстренных служб, погибли 4 человека. Лавина сошла в той части курорта, где нет подготовленных трасс. Обычно в таких местах катаются экстремалы. Как отмечают местные СМИ, альпийские курорты сейчас переполнены из-за школьных каникул. В это время многие семьи с детьми едут кататься на лыжах или сноубордах. Отмечу, это самый крупный по числу жертв инцидент с начала горнолыжного сезона во Франции. В прошлом году на курортах погиб 21 человек. Мы уверены, что под лавиной больше нет людей. Специалисты, проводившие разведку с воздуха, пришли к такому выводу. Вдобавок, у каждого инструктора имеется радиомаяк. Благодаря такому устройству удалось быстро найти погибших. К сожалению, мы не успели их спасти.